Еду в офис, взял такси. Сейчас узнаю цены, какие здесь в Бишкеке на передвижение. Что, вперед, поехали. Это Бушалиева, дом 29. А Бушалиева? Да. Здесь рядом, по-моему, нужно быть. Да, тут рядышком. Так, у вас пристегиваться обязательно? Да. Это Бушалиева 29. Да. Как у вас дела, скажите, как? Ну, как работаем потихоньку. Ну, конечно, жара, пробки. Ага. Скоро еще учебный год начнется, они еще дороги ремонтируют. Я не знаю, как будет. Ага. Сейчас такие пробки. И, надеюсь, до 1 сентября закончат. Понятно. Так, работаем. Ну, нормально все устраивает. Конечно, слава богу. На сущий хлеб зарабатываем своим трудом. Да. Конечно, и бывают нюансы всякие на дорогах. Бывает, торопишься, да и останавливает. Всякое бывает. А не хотели бы работать в нью-йоркском такси? В нью-йоркском такси? Да. Сейчас очень много ребят с Кыргызстана, ребят уезжают в США. Не думали об этом? Нет, брать не буду, честно, я не думаю. Потом, я слышал, что пацан работает в такси, неделю только там $500 зарабатывает. Там хорошо получается. Да, хорошо получает. Я слышал, да, что с Кыргызстана, и не только с Кыргызстана, бывшая СНГ, многие в Нью-Йорк ездят таксовать. Там неделю посменно, да, я слышал, что работают. Неделю один, день другой. Ну да, у них там разные есть графики. Да, разные графики, так на самом деле. А так? Да и в Кыргызстане дома, когда гостя хорошо, дома лучше. Ну, это да. Работаем нам бы такси. У нас как бы есть арендаторы этого автомобиля. Заказами обеспечивают, мы их арендой обеспечиваем. Такое взаимовыгодное. Да, взаимовыгодное действие. Да. Ну, дороги делают. Уже сколько лет не делали, делаю. Ну, такси, конечно. Надо быть тоже якобы с психологом, всякие люди садятся. Некоторых надо обманывать, некоторых надо приветствовать. Понятно. Некоторым улыбаться, некоторым грубить. Всякое бывает. А сколько такси? У вас по счетчику, да? Да, у нас по счету 66. 66 сомов. Да. Ну, отлично. Проехали почти километр 8-9 метров. Это сколько за километр получается? Ну, за километр получается 10, посадка 50. И минутная считается у нас еще. Здорово. Окей. Ладно, друзья, подписывайтесь на наш канал. Мне пора.